На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта в студии Влада Васильева. Здравствуйте. «Шахтер» стал обладателем Суперкубка Беларуси по футболу. В поединке за первый трофей нового сезона горняки одолели футболистов борисовского «Батэ». В первом тайме преимущество было на стороне борисовчан. Солигорские футболисты отвечали острыми контратаками, но никому не удалось добиться успеха. После перерыва «Шахтер» стал действовать более агрессивно, заставив «Батэ» обороняться. Однако в основное время счет так и не был открыт. Ничья 0-0. В серии послематчевых пенальти победил «Шахтер» 5-4. Героем серии стал голкипер солигорской дружины Александр Гутер, который отразил два удара, а потом сам забил решающий пенальти. К слову, накануне стали известны футбольные клубы, которым Федерация футбола выдала лицензии для участия в высшей лиге чемпионата. Всего их 14. В списке обладателей лицензии трое представителей области – Гомель, Мозырская Славия и Рижский Спутник. Белорусские боксеры выиграли 12 наград различного достоинства на международном турнире памяти Алексея Юкова, который прошел в Гомеле. В состязаниях, напомню, принимали участие спортсмены 2002-2003 годов рождения. У представителей нашего региона три награды. Серебро на счету Виталия Останина. Бронзовые медали завоевали Роман Малиновский и Станислав Шупляков. Старт, завершившийся в Гомеле, входит в соревновательный календарь Европейской конфедерации бокса. Для белорусских спортсменов он стал одним из ключевых этапов отбора на чемпионат мира. Почтить память Алексея Юкова, прославленного мастера кожаной перчатки, приехали также боксеры и тренеры из России, Испании, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Узбекистана. В Минске стартовал финал республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы президента Республики Беларусь в старшей возрастной группе 2006-2007 годов рождения дивизиона А. Матчи проходят в столичном спорткомплексе «Чижовка-арена». В дивизионе А принимают участие команды из городов и районов страны, где есть крытые ледовые арены. В этом году за победу среди юных хоккеистов поспорят 8 команд, среди которых Жлобинский «Металлург». Согласно расписанию турнира, игры группового раунда пройдут по 5 марта. Финальный матч и поединки за 3, 5 и 7 места запланированы на субботу, 6 марта. С новостями спорта вас знакомила Влада Васильева. Оставайтесь на «Беларусь-4».